Всем привет! Сегодня я решила пересадить этот такой цветок, как непентес. Вот он такой уже большой. Он дальше растет, и ему уже мало места. Я буду пересаживать побольше горшок. Посмотрите, какие кувшинки у него. Вот такие вот большие. И я буду пересаживать вот в такой вот горшок. Только надо это сделать очень аккуратно, чтобы не вылилась жидкость из кувшинок. Вот в такой я буду сажать горшок. Потом покажу вам результат. Так, я пересадила непентес вот в такой побольше горшок. И теперь кувшинки у него свободно висят, потому что там, видите, немножко я его пролила, потому что у меня попала земля на кувшинку. Я полила этим водой, смыла землю. В общем, там, видите, там земля у меня попалась. Вот. А как ее теперь оттуда, я не знаю. Но я думаю, что, может, ничего страшного не будет с этим. В крайнем случае, он, ну, кувшинка просто засохнет и будет новая. Так что я думаю, ничего такого страшного. Но это было немного сложно сделать, потому что кувшинки мешались. Я, короче говоря, ее пересадила. Хочу еще показать, что у меня вчера ночью непентес съел крупное насекомое. Так, кто-то бегает уже тут. Так, посмотрите. Если будет видно, я, конечно, покажу. Вот крылатая с крыльями, такая большая. Большая. Это как мотылек какой-то. Он в окно залетел. И непентес его благополучно скушал. Вот даже такими крупными насекомыми он питается. Не только там маленькими мушками. Вот такие вот кувшинки у него. Смотрим, как пересадила, как он отреагирует на посадку. Но я думаю, что все будет хорошо. Вот, потому что ему места мало уже стало в том маленьком горшке. Поэтому я его немножко так переселила побольше. Домик. Надо какое-то подвесное, как кашпо, что ли. Куда-нибудь его надо подвешивать, потому что у меня такая подставка, но ему надо какое-то вот подвесное кашпо. Куда-то его подвешивать надо, чтобы кувшинки свободно вот так вот висели в воздухе. Вот такой вот. Он у меня раньше такой маленький был, сейчас прям в рост пошел. И прямо у него вот новые идут кувшинки. Такой интересный цветок. Он мне очень нравится, что он неприхотливый такой. Только единственное условие, его надо поливать дистиллированной водой. Все. А в землю я пересадила для кактусов и суккулентов. Но ему там своя земля нужна, свой, своя кислотность. Но я не нашла именно для таких растений. Я обычно сажаю для суккулентов непентес. Ну, посмотрим. Надеюсь, ему понравится эта земля новая. Всем спасибо за внимание, друзья. И до новых встреч. Пока-пока.